Магистерская программа «Политическая лингвистика» – одна из новых программ Нижегородского кампуса Высшей школы экономики. Первый выпуск был в 2015 году. Наша программа готовит аналитиков для экспертных и информационных структур МВД, бизнес-организаций, государственных учреждений, аналитиков, способных работать с большими текстовыми материалами, включая текстовый материал на английском языке. При этом наши магистранты также способны к убеждающей коммуникации и спичрайтингу. Поскольку современные политические исследования немыслимы без изучения интернет-реальности, наших магистрантов обучают методам корпусной и компьютерной лингвистики. Также мы изучаем методы изучения визуальной информации. Часть дисциплин читается на английском языке. Например, информационная политика, информационная безопасность, политическая риторика. Наша программа интересна тем, что проектный подход для нее – важный элемент образовательного процесса. Все наши магистранты – активные участники исследовательской работы. Они занимаются индивидуальными исследованиями и групповыми исследованиями. При этом результаты исследований наших магистрантов оказываются востребованными. Наши магистранты активно выступают на научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, за рубежом, в Хельсинки, например, в Инсбурге, а также проводят научно-практические семинары для политиков, например, для депутатов городской думы или депутатов законодательного собрания, а также научные семинары для молодых политологов. Программа ориентирована на академическую мобильность. В прошлом, в 2015 году, к нам приезжали студенты из Американского университета Юта, обучались у нас. Наши студенты выезжали в Болонский университет в Италию, а также принимали участие в международных зимних школах в Тарту. В этом году наши магистранты в марте отправились на международную школу по политической лингвистике в Испанию. По плану приемной комиссии в 2016 году в нашей программе 16 бюджетных мест и 5 мест для коммерческого обучения. По итогам обучения выпускники программы получают диплом государственного образца Высшей школы экономики, московский диплом. При этом занятия проводятся вечером с 18:00 до 20:50. Хотите стать блестящим и глубоким аналитиком политических текстов? Приходите обучаться на нашу магистерскую программу.